Если московские армейцы сегодня не добьются виктории, то никто на их проход в серии и гроша ломаного не поставит. Объективно говоря, шансов у москвичей не так уж и много. Москвичи отправляются в гости, но вот вопрос, играют ли дома минчане. Еще ни разу нижегородская торпеда здесь, на этом льду, не выигрывала. Шайба в низком, и бросок в ворота, счет матча открыт, 1-0! Яна Нискала! Ох, какой момент! Великолепен фрискул! Клис Рижанин. Пасок с хода, шайба в сетке! Райан Вески! Какая-то Анисим, классный перевод, можно бросать, и Илья Горохов забивает! Московская «Динамо» выходит вперед со счетом 1-0. Вторая шайба влетает в ворота Стани. И отличился Тарасенко. Судя по тому, что забили в концовке периода, то есть нет сейчас никакой обреченности, несмотря на счет матча в серии. Нисколько, мы не устанем воевать никогда и будем сражаться до последней капли крови, несмотря ни на что. А у себя дома перед нашими болельщиками два периода впереди. Вперед, только вперед. Нет. Первой пятерки 1-1. Тут же счет на табло у нас равнялся. Руслан Нурдинов. Просто какой-то сумасшедший бросок. 50-й год, есть возможность для контратаки у рижан. Кришевис Крепис выкатывается на ворота, делает передачу, и шайба в сетке. Здорово Граника убирает, выкатывается на ворота, бросает и забивает. Трудовой гол Джеффа Плетта. Карсон сбросок, и шайба в сетке, Микелис Редликс приносит победу рижскому «Динамо» в этом затяжном поединке. Я советую повнимательнее посмотреть всем этим специалистам концовку эпизода и разобраться на самом деле, скажем, кто бил за справедливость, а кто поступил как подлец и трус.